Так, здравствуйте. Один из маршрутов туристических, куда вы можете поехать, отдыхая в гостевом доме Гавана, это, как вы уже, наверное, догадались, гора Большой Ахун с смотровой вышкой Большой Ахун, который построили при Сталине. Высота ее 30 метров, и гора тоже высотой где-то метров 300. Ой, 630 метров сама высота горы, плюс высота башни 30 метров. Сюда единственный как бы минус, но это не минус, как бы на саму гору не ездит общественный транспорт. Только можно доехать или на такси, или вместе с экскурсиями. Вот, если вы посмотрите не на меня, а вперед, гора Ахун уже видна. Здесь вы можете сфотографироваться с всякими попугаями, совами. Купить отличный мед, местный, не местный, кубанский, не кубанский, разные всякие сувениры, и уже видна сама башня, уже видна. Так, транспорт общественный не ездит, можно в экскурсиях, если выйти с гостевого дома Гавана, сесть на электричку, которая, станция находится в 5 минутах от дома, то в электричках, подъезжая к Сочи, вам будут предлагать обзорные экскурсии по Сочи. И гора Ахун, она уже входит в эту обзорную экскурсию. Сейчас мы подходим уже к этой горе. И что будем делать? И, конечно же, мы посмотрим там на втором этаже музей. И поднимемся на самый-самый верх. И вы увидите, какой обзор, что вас будет ждать на самой этой горе. Мы приехали самое раннее, она открывается в 10 часов. Сейчас 10 часов 11 минут. Конкретно 11 мая. Глициния на первом этаже растет обильно, цветет. Но в середине лета уже глициния не цветет. Вот. И немножко такой вот обзорчик. Стоимость посещения горы Ахун 100 рублей. Потом можешь отсекнуть. Дети до 10 лет бесплатно. Сколько деток с вами? Дети до 10 лет посещают бесплатно. Вот глициния сверху, отличная глициния. Там сейчас надо будет ему показывать, что ли, не знаю. Кто будет ступеньки считать? Тут возвращается. Вот она даже обратно. Считает до 10. Ух, дует. Дует конкретно. Где музей? За что 100 рублей? О, вид. Еще не поднялись, а видон уже есть. Hello. Hello. Yeah. Ой, это... Смотри, какая весна. Не надо.
потяну. Видны олимпийские объекты. Стадион Фишт. Видно весь все хребты. Видны. А, музея нет. Так, выше некуда. Там ущелье, и там этот, скажи, орлиные скалы видны, вон орлиные скалы. Вон, видишь, орлиные скалы. Так, ну все. И сейчас вы еще посмотрите, какие можно здесь сделать селфи.